Завтрак луганчанина в Москве. Булочка с чесночком и кунжутом. Ну и, соответственно, грудинка. Обычные рабочие будни. Грудинка это, конечно, не сало. Это совсем другой продукт. Но, тем не менее, за неимением сала на чужбине подойдет и грудинка. Ну и, конечно же, с чего начать хороший завтрак? Конечно же, с такого бутерброда с горчицей. Чеснок, горчица. Что может быть полезнее с утра? Антиковидный сегмент Ютуба. Вот почему анализы на COVID-19 у меня всегда отрицательные. Потому что завтрак королевский. Потому что завтрак должен быть плотным, сытным и полезным. Еще надо кофейку сделать. И тогда это будет самый полезный завтрак. От того, чтобы не заболеть респираторными всякими там простудными заболеваниями, пневмонией и непосредственно профилактика COVID-19. Обычная горчица. Лучше, конечно, с хреном. Она поядрёней. А лучше, конечно, сделанная своими руками. Кому нравится формат этих завтраков, ставьте лайк. Кому не нравится, ставьте дизлайк. Пишите свои комментарии, какой завтрак должен быть. Только не надо говорить, что он должен быть легким. Впереди целый рабочий день. Подкрепиться нужно хорошо. Поэтому как-то так. Ну а пока всем пока. До новых встреч.